Итак, смотрите, друзья, что можно сделать. Я уже пополнил свой кошелек с звездами. Но, например, есть такой бот, Say My Tax Bot. И ему, типа, пишешь сообщением. Я теперь могу оплачивать цифровые услуги онлайн с помощью новой валюты. Опа, этот говорит, сгенерировать за один старс вот это сообщение, превратить ли ее в звук, в голос. Я нажимаю «Да» и, например, нажимаю «Подтвердить». Оле-оле, счастье произошло. Ну, по крайней мере, списало у меня. Давайте проверим. Я теперь могу оплачивать цифровые услуги онлайн с помощью новой валюты Stars. Ну, все сработало. Мир, труд, май.